Всем привет, я Сергей из Флориды, и тема сегодня такая, я вам расскажу, от чего умерла Юлия Началова, певица. Я фанат здорового образа жизни, и когда какой-то человек умирает, вне зависимости от того, это известный человек или неизвестный, меня интересует вопрос, от чего человек умер, от какой болезни, какие ошибки этот человек совершил, которые привели к вот такому печальному исходу. И я начал собирать информацию в интернете по состоянию здоровья Юлии Началовой. И довольно такая картина достаточно ясная проявилась. Вся информация, которую я вам дам, она собрана с интернета. Значит, первое, что произошло с ней, у нее был врожденный диабет, о котором она, возможно, и не знала, потому что он был в такой, как бы, в очень слабой форме. Диабет – это врожденное заболевание, которое передается по наследству через мать. Вот. Следующее, что с ней произошло, первый муж у нее был алкоголик, и, судя по информации в интернете, она не отставала от него, а пила вместе с ним, там, до потери сознания, что-то вот такая вот информация проходила. Вот. А при диабете людям пить нельзя, особенно в таких чрезмерных количествах. То есть вот на этом этапе ее жизни, вот этот алкоголизм, он ее диабет очень сильно ухудшил. То есть если у нее было какой-то слабой форме этот диабет, то резко усилился этот диабет. Что еще происходит при алкоголизме, это все знают, это повреждается печень. Вот, печень – это орган, который перерабатывает спирт. Вот, когда спирт попадает в организм, то есть если печень справляется с этим делом, то хорошо, а если количество очень большое, то она уже с этим не справляется, и постепенно печень погибает, то есть печень ее просто перестала функционировать полноценно. Еще у нее была болезнь красная волчанка, это аутоиммунная болезнь, когда иммунная система поражает свои же собственные органы. То есть это может быть каким-то другим последствием вот этого алкоголизма. Значит, она решила сделать себе импланты, силиконовые импланты груди. И эта операция очень нежелательна, ну, никакая операция нежелательна, но если у человека плохое здоровье и печень, то это очень опасная операция. И печень, в общем-то, занимается тем, что чистит кровь, и какое-то заражение у нее произошло после этой операции, и вполне вероятно, что именно печень ее вот такая вот испорчена, она не могла справиться с вот этим, и были большие проблемы. Из-за этого. Потом она эти убрала импланты. А теперь я вам расскажу, от чего же именно она умерла. Потому что все то, что я до этого сказал, это как бы были предварительные шаги, не опасные для жизни, можно сказать так. Значит, а умерла она вот по какой причине. Значит, как диабетик, она должна была соблюдать диету и следить за уровнем сахара в крови. Значит, я предполагаю, что она этим не занималась, вот, и у нее в какой-то момент очень сильно поднялся уровень сахара, и это происходило длительное время, и у нее началась гангрена ноги. То есть я не могу объяснить, почему при диабете начинается гангрена ног, но это известный факт, и такое происходит. Вот, еще одна странная информация, она якобы лечила сама себя таким лекарством лидокаин. Лидокаин — это не наркотик, это обезболивающее вещество. И, то есть оно не лечит вообще. Видимо, у нее была боль, и она вот с помощью этого лекарства эту боль убирала. И я вычитал, что при неправильном использовании лидокаина, либо чрезмерном его использовании, у человека может начаться кома, что с ней и произошло. То есть она находилась в этой коме, пока не умерла. Если бы она выжила, то вполне вероятно, что она осталась бы без ноги, потому что при гангрене просто ногу отрезают. Вот такая вот история печальная. И
какой вывод я хочу сделать, значит, она фактически совершила ошибки, которые привели к ее смерти. То есть она просто умерла по своей собственной вине. Причем эти ошибки она делала одна за другой, до тех пор, пока вот этим вот не закончилось. Но дело в том, что, наверное, 99% людей совершают ошибки, которые доводят их до смерти. В частности, инфаркты, инсульты – это исключительно результат неправильного питания и образа жизни, и многие-многие другие болезни тоже, но это уже будет другая тема. На этом все. Будьте здоровы и берегите свое здоровье. Пока!